Привет, меня зовут Настя Каменских, и вы смотрите мой видеоблог. Помните, как в первом сезоне я обещала вам показать, как я хожу на массаж? И на какой массаж я хожу? Но так и не показала. А я ходила, между прочим, и хожу уже несколько лет. Время настало, я обещала, и обещание свое сдержу. Пошли, покажу вам, как меня мучают. Всем привет, меня зовут Настя Каменских, и сегодня я вас пригласила на свой сеанс массажа. Да не простого массажа, а очень-очень болючего. Ну, как в народе говорят, против целлюлитного, но я так не люблю называть это. Просто мы тут... кровообращение. Что? Улучшаем. Улучшаем кровообращение. Для того, чтобы, скажем, наши проблемные места становились красивее. А целлюлитный массаж нужно делать всем девушкам без исключений, как для профилактики, так и для борьбы с целлюлитом. Он нужен для того, чтобы подтянуть кожу, улучшить кровообращение или лимфоток. Для того, чтобы кожа была подтянутой, красивой, гладкой и хорошо выглядела на пляже. Вообще Игорь очень добрый человек, но когда он начинает работать, как, собственно, и не скажешь. Иногда мне хочется Игорю тоже показать силу своей руки, потому что делать настолько больно, пяточка как Если мы говорим про целлюлитный массаж, нам нужно делать как минимум 10 процедур, максимально 20 процедур. Желательно делать их через день, для того, чтобы кожа отдыхала и работала сама. Антицеллюлитный массаж можно делать с 18 лет. Дорогие мужчины, можете себе представить, сколько женщины терпят для того, чтобы быть красивыми для вас? Сколько всего они делают? А чего стоит только одна депиляция? У меня вообще поднимается температура, когда я делаю депиляцию. Слава богу, уже не делаю. Лазер сегодня. Это в следующей серии. Опа-па-па-па! Боже мой! Боже! Игорь, мне больно! Сейчас кого-то как пощипаю, Игорь, там! Противопоказание к массажу – это женские дела, новообразование, ссадины, удары, всевозможные нарушения функциональности почек и внутренних органов. То есть нужно знать, и перед тем, как идти на массаж, нужно проконсультироваться у врача. Это Настин Блок. Все классно в этом массаже. Больно, ладно, пофиг, потерплю. Я же девочка, я еще не суперзвезда. Но 1.5-2 месяца ты ходишь на массаже. Понятное дело, что от Игоря остаются пальцы. Ну, следы пальцев. То есть я иду в виде синяков на ногах. А сейчас лето. Шорт не оденешь, юбку не оденешь, все это видно. И это ужасно. Сейчас мы берем такое вот приспособление, называется массажная банка. Эту банку Настя просто обожает. Это очень больно. Я уверена, что много девочек, которые смотрят мой блог и которые видят сейчас эту серию, понимают, потому что делали такой массаж. Самое болючее место, самое болючее, самое ужасное. Хуже всего уходит внутренняя часть бедра, боковые еще более или менее, а вот внутри как-то делают еще, особенно ты банка, это просто жесть, вот честно. Переходим ко второй ноге, уиха, половину болит. С Настей мы работаем уже 2 года. Мы проходим с ней курс антицеллюлитного массажа регулярно. Промежутки у нас между курсами массажа от 3 до 5 месяцев. В среднем мы можем получить следующий результат от антицеллюлитного массажа. Это уменьшение в весе до 2-3 кг, в зависимости уже от человека индивидуально. В основном антицеллюлитный массаж направлен на уменьшение объемов. Объем может уйти в среднем это 3-2 размера. Вы молодец, переворачиваемся. Хорошо, Игорь. Ты похож на русалочку? Да? Класс. Долго еще? Еще чуть-чуть. Сейчас минуты и заканчиваю. Все. Ура! Так еще бы, если бы часик вот так вот днем вот так прилечь и просто остаться тут спать. Уходите, я остаюсь. С вами была Настя Каменских, и вы смотрели мой видеоблог. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Thank you.